Василий, так это, ой. Мать, так я при немцах я это болел цифром. А мать уже и сестра уже при освобождении, когда освободили, так они болели. Так мать это сперва заболела, так мы были там в деревне у тетки. А потом мать пришла уже, выписала это. Ну, сестра заболела, Таня. Вот так ее пришла машина, забрала, увезла. И этого, и мать с ней уехал. А я остался один. Ну вы же уже подростком были. Ну правильно. Сколько? 14-15? Да, да. Так этого, ой. Эта тетка, это вот этой, которая этого. Сестра это с деревни. Это в какой деревне? Дару, это, ну, двоюродная. Ну, которая у меня была на это. На день рождения? А? Когда? Какая сестра? Я не поняла. Ну, это во время этого, освобождения. Ну, так это... А я остался один у нее. Она говорит, знаешь что? А у нее в собой семеро детей. Да я чужой. Она говорит, иди в этом, в Хринковичи. Там есть себе эта тетка, маткина сестра. У нее нет никого. У нее было два сына. Так один сгорел, а одного забрали в Германии. Немцы. О. Так этот, который сгорел, в военном городке было это, немцы стояли, этот час выехала, так это, пустой военный городок был, так, ну, эти подростки, четвера пошли в этот военный городок, и он нашел эту вязку пороха кольцами такими. И взял порох в карман. А курили же, а спичек не было. А эти камень и фитиль. Огонь этого высыкали, да прикуривали. Так вот этот фитиль запалил, прикурил, да его зажал, да хорошо не потушил, да в карман в этот порох. Этот порох пламенился, да? Так он, говорит, был вот у пламя и огня. Пламя огня был как этого, как столб. И вот он не добег этого домой. Они жили по Советской улице. И он этого, ой. Не добег домой немного и упал, и все, и скончался. А этого, а тот, который брат был у Германии, его в Германии освободили и уже призвали в армию. И это, 9 мая война кончилась. А 1 или 2 мая он погиб. Вот так они остались без никого. Вот, так когда эти, ну тогда же еще не знали, что тот брат еще жил. Он был еще при немцах, еще. Они еще не освобожденные были. Так говорит, иди туда к тетке,
у нее нет никого, да будешь. Как я с Березняков, это 30 с чем-то километров, пошел пешком в Калинкович, пришел к этой, к тетке, зашел в хату, а ее нету там, у ее в хате этот штаб. Так я вышел на крыльцо, сел да и плачу уже. Куда же идти? Нет ее тетки. А же соседка выходит, они так крыльцо в крыльцо жили там, на одном дворе. Вышла соседка до меня, познала: «Володя, ты, это ты?» Я говорю: «Да, я». «Так а что ты плачешь?» Я говорю: «Так нету этого, ой, тетки нету». Она говорит: «У нас живет, потому что ее сам так ее выселили из дома». Так она у нее жила. Так жила так. Их сколько? Этого Вера и Маня, две. У Веры двое детей, четыре. Сама тихоника, пять. Это шесть душ семьи у их своих, да. И три семьи им подселили. Еще мало того, так еще поставили на квартиру два офицера. Вот такие дела.